Слушайте, это вообще это просто жесть. Тело как будто мне его все выламывает. Поясница, колени, руки, запястья. Ой, это вообще кошмар. Фу, сейчас терафлю выпью, потом выпью молоко с медом. И буду потеть. Фу, мы еще едем такие, думаю, если сейчас полиция остановит. И это... Ну, за скорость. Я такая думаю, скажу, я быстрее еду, что, ну, как бы тяжело. А потом думаю, блин, если я там кашляну или что-то, нет, меня сразу же это подозрение на коронавирус будет. Я думаю, если они остановят, нам вообще молчать, стоять. Офигеть, от меня прикуривать можно. Мне кажется, у меня 40 температура. Ну, Рик, вот третий день у него, так более-менее, блин, в ушах все звенит. Это кошмар. Это просто жесть. Фух, я вот, знаете, в таких ситуациях что думаю? Как актеры, певцы, у которых концерты, они после после всяких этих перелетов. Вот представляете, у них температура, а концерты все расписаны. Это же у них эти группы танцовщиков получают. Это музыканты. Это билеты проданы. Господи, а спортсмены, когда вот так вот температура повышается, а завтра Олимпиада, представляете? Это капец. Вообще, или какие-то дополнительные резервы из организма достают такие люди. Ответственность. Потому что ты хочешь, не хочешь, а тебе надо выходить, за тобой люди стоят. И в таком состоянии честь и хвала всем вот этим певцам, кто спектакли ставит, актерам, спортсменам. Вот я завтра, ну что мне, я завтра останусь дома, я и не парюсь там, что у меня, знаете. Ой, целый коллектив там за мной. Завтра не выйду, послезавтра, и все, всем там без зарплаты останутся. Ой, кошмар. Я вообще... Это второй раз у меня так в Америке. Первый раз, я помню, из круиза приехали. И вот меня также давай ломать. И я 3 дня пролежала вот в этой комнате. Как раз у нас сын приехал, Рик, и я все равно их заразила. И вот сейчас Рик где-то на работе подхватил. Я, конечно, думала, справлюсь. Кошмар, вот это боль. Сейчас знаете, что подумала? Думаю, надо же, вот с телефоном лежу и с вами хоть общаюсь. Потому что Рику сказала, не заходи, он может второй раз заразиться. Ну, по второму кругу пойти, это вся фигня. И вот так вот тут в одиночестве лежать, вот видите, как YouTube классно. Вот я сейчас кашлянула, а вам пофиг, ни одна бактерия к вам не прилетит. Вот видите? Как все это безопасно. И мне хорошо. И вам хорошо. Что я вас не заражу, а мне хоть пообщаться с кем-то. Сейчас пришла, и Рик первым делом спрашивает, ну что, как ты? Я говорю, все, говорю, капец. Это, говорю, terrible. Ну, хуже не бывает. Знаете, что он сказал? Он извинился. Сказал, sorry. Потому что, ну, он же не хотел меня заражать. Видите, американцы вообще за все извиняются. Я говорю, it's okay, it's okay. Слушайте, сейчас с девчонками разговаривали. И, конечно, американцы такие трудяги. Вот поэтому они и шарахаются от всех, кто там простудой болеет, еще. Вот представляете, вот так вот он заболеет. В больницу дорого, если страховки нет. На работу невозможно выйти, а там кредит, допустим, на дом, на машины, все в кредите. И тут вот мамочки, ну, девчонки сейчас говорят, дети рождаются, через неделю выходят на работу. Ну, нанимают этих, кто за детьми смотрит, и через неделю на работу выходят. Все пашут, как папы Карла. Конечно, по сравнению с Таиландом, это вообще
адский труд тут. Не поработаешь, заболеешь, все, капец. Не выживешь. Всем привет! Сегодня второй день после моего вчерашнего ужасного состояния. Я спала ночью никак. Очень плохо, и я два раза вставала, себе делала терафлю. Одела валенки, пижаму, сверху эту теплющую кофту, одеяло наверх. И все-таки вот каждый лечится своим способом. Я считаю, что нужно пропотеть. Там меда напиться с чаем или с молоком, с горячим. Меда с молоком. Или терафлю. Вот мне терафлю помогает. И все, и я, знаете, потела. Так, конечно, хотелось и раскрыться. И свежего воздуха глотнуть кусочек. Но я мужественно не сдергивала с себя одеяло. И вот утром встала. Знаете, вообще человек... Конечно, отголоски есть. Насморк так начинается чуть-чуть. Но это совершенно не то состояние, и спина уже вот прямо сейчас, сколько, 5 час дня, и спина, это гораздо лучше, уже так не ломит ее. Ирик мне вчера предлагал свои эти жидкости, которыми не лечится в Америке, там красное, синее, ну у них тоже от простуд это все. Так, покажу вам вот такие вот лекарства. Это у моего мужа. Смотрите, каких ядовитых цветов они. Еще синяя у него была, но он, видимо, ее выпил. И вот такая вот красная. Видите, и вот он ими лечится. Я что-то как-то, знаете, такой химии не хочу. Мне кажется, не поможет. Это еще важно, когда ты думаешь о том, что тебе это нифига не поможет, то, я считаю, нечего пить. А когда ты веришь, что тебе что-то поможет, оно помогает. Вот как мед с молоком, терафлю. Знаете, нет, все-таки вот, видимо, его мама лечила этими средствами с детства, и он ими лечится. Я таким не могу. Мне нужны наши средства. И он сегодня звонит утром, ну, узнать, как у меня дела. Вчера перед вечером опять заходит ко мне в комнату, извинился. Ну, что заразил. Я не к тому вам говорю, что извиняется, посмотрите, какой у меня муж. Я вам просто к тому говорю, что американцы извиняются за все. Это вот, ну, конечно, это непривычно. Вот перед вами муж извиняется, что он вас заразил в России. Нет, вы также, ведь вы никогда не извинитесь, не подойдете к мужу и не скажете, слушай, извини, я тебя заразила. А здесь это нормально. Я также в тот раз, когда их заразила, я также подошла, извинилась. Ну, как бы это просто сожаление такое, что вот я вот тебе передала эту инфекцию. И все, я говорю, да вообще, говорю, нормально сегодня уже все. Я говорю, слава богу, хоть не коронавирус. Он говорит, да, конечно, ну, свое предприятие назвал и говорит, это наш вирус, нашего предприятия, потому что он в пятницу уехал раньше с работы, в 9 часов где-то, и говорит, кто доработал, они, говорит, всю субботу, воскресенье проболели, видимо, какая-то инфекция у них мощная, что даже вот через него передалась мне. Так что все хорошо, сейчас еще поехала, терафлю выпила. Так прошибает на пот немножко. Ну, блин, это я вчера думала, я концы отдам. Ой, как мне было плохо. Вот такие уютные кафешечки. Зашла, это Panera Bread называется. Кафешечка, не знаю даже как назвать. Вот можно на улице сидеть. Можно в помещении. Народу вообще мало. Но его много кто любит. Смотрите, какая у меня вкусняшка. Это салат. Какой-то новый сейчас тут вот с рисом. Вот. С каким-то вот с таким. Блин, авокадо опять это. Ну вот видите, я что сделаю? Везде его здесь едят. Каждый день прям ем. Сметанка, сыр без плесени, помидорки. Все очень вкусно. И суп брокколи чаудер. Это вообще объедение. Ум отъесть можно. Очень вкусно. Это
такой кусок хлеба, его с маслом надо есть, но я его постараюсь не съесть, чтобы не поправиться вот настолько. Бобы здесь еще, что-то, знаете, на мексиканское похоже. Соус вот такой тоже с авокадо. Вот видите, вот такой вот зелененький, это тоже соус с авокадо. Все так мелко нарезано, ну вот это можно культурно есть. Я, кстати, вам тогда не рассказала, что у меня, когда сестра приезжала сюда, она вот те салаты, которые я вам показывала, американцы едят, она не могла есть. Она их все резала и только тогда ела. Вообще не может есть, вот что-то такое крупное, ужасное. И все надо, чтобы было все нашинковано, мелко, аккуратненько, чтобы вот так вот взяла вилочку и аккуратненько в рот положила. Вот так вот. Вот так вот. Вот так я буду спать 3 дня. Терафлю и потеть в офисе в своем.